Здравствуйте. Мы находимся возле Марининского парка, возле этих счастливых людей, которые фактически обласканы нашим президентом. Посмотрите, в чем они обуты, в чем они одеты, сколько они зарабатывают. Откуда вы приехали, ребята? Это московский телеканал, который вас поддерживает. Крым! Крым! Как там в Крыму? Нормально. Деньги есть? Есть. Сколько дали за постоять под СОП-Майдан? А? Нисколько. Бесплатно приехали. Любите президента. Посмотрите, сколько подставок под флаги привезли. Это самые лучшие подставки под флаги с Крыма. Они умеют держать флажки. А работать-то мы умеем. Обездоленные вы наши за власть. Она вас разорила, обокрала. А вы стоите. Хотите сказать несколько слов московскому телеканалу? Который вас так поддержит вместе с вашим Пупиным. Кто за Путина, ребята? Вот здесь тоже. А говорили, тетушки приедут. А приехали нормальные пацаны. За своего рабовладельца постоять, да? Рабовладельцы вам купили флажки, оформили их, да? Молодцы. Я Балашов Геннадий Викторович, здравствуйте. Мне очень с вами приятно, за какой вы мир, за какой мир. Вы подставки под флажки даже не знаете, зачем вы сюда приехали. Посмотрите, сколько их здесь. Это лучшие подставки под флажки нашей страны. Это гордость Украины. Они умеют держать флажки. Молодцы. 200, 400 гривен или совсем бесплатно? Уже их за какую? Скажи, за Януковича. Януковича раздел. Смотри, у тебя латаные штаны. Посмотри на себя. За Януковича. За деньги стоять надо, а не за Януковича. Дорогие мои, надо деньги зарабатывать, а не херней страдать. Зачем вы приехали поддерживать эту свору бандитов? Подумайте. Зачем вы приехали поддерживать свору бандитов? Вам... А я потому что за свободу и за Европу, чтобы вы жили по-человечески. Да, оператор, снимите, пожалуйста, их ноги. Посмотрите, как их разула и раздела власть. Еще из Крыма привезли, они все фактически сейчас помёрзнут здесь за сутки. Как? Давайте сюда, в микрофон. Что? А? Правильно! За наше голодное будущее! Молодцы! Януковичу на новый золотой унитаз! А вы не думали скинуться Януковичу на золотой унитаз, а? Мизогирия! А вы на него ходите? Да, мне не надо, я предприниматель! Янукович президент! Молодцы! Янукович президент! Янукович президент нищих! Нищих и обглоданных! Мы едины! С кем вы едины, крымчане? Голодные боссы и крымчане, с кем вы едины? Вас власть уже обглодала и выплюнула. Безработные, без денег. Поддерживайте Януковича. Мы едины, вместе мы непобедимы. С кем? С Януковичем? Да. Не прячься, дорогая. Да. Чтоб тебя народ посмотрел. Да, крымчанка? Да. Где Алушта? Работаешь? Какая разница? Где работаешь? Алушта. Алушта? Да. Где в Алуште? Есть работа? Есть. Какая? Как это такое? Ну какая зимой в Алуште работа? Как это мужики такое? Спились, бабы ничего не делают. Какая если в Алуште работа? Если вы так считаете, то я вам что могу сказать? Что? Можете я сказать, работаю. Кем работаете? Реализатором. Реализатором чего? Да. Как это чего? Покупательная способность населения как? Нормально, абсолютно. Нормально, покупают, ну, да. Вы зарабатываете. Вы видели, да. Как вы одеты? Вас эта власть разорила, вы ее стоите поддерживать. Это же позор. Кто разорил? Вы же позорите. Кого разорила? Вас. Ну что, голодные боссы, кто хочет поработать? Вы крепчане. Обездоленные, несчастные, подставки под флажки Януковича. Молодец. А ты тоже Янукович? Конечно. Да? Да. Если он тебя счастливым сделал. Посмотри, Сережа, на счастье вот это. Это поддержка Януковича. Настоящая поддержка. Что провоцирует? Посмотрите, кого свезли. Уже совсем у кого денег нет, сюда свезли. Ребята, крымчане, посмотрите на себя. До чего вас власть довела? Вы ее поддерживаете. А до чего она нас? Вы что? Да вы же голодные боссы. Посмотрите, как вы приехали. 300 долларов. А вы, я вижу... Сколько? 300. А я миллионер.
Где вы заработали эти деньги? В Киеве, и вам советую переезжать. Вы на нас заработали. Слушай, я в Киеве заработал, и тебе советую переезжать. Это чей, кем вы работаете? Крым, кем вы работаете? Денег не будет. Кем вы работаете? Мы в Крыму хорошо зарабатываем. Пожалуйста, приезжайте в Киев, идите работать. Благодаря нашему президенту мы в Крыму много зарабатываем. Серьезно? Да. Да. Какому? Януковичу? Януковичу, да. Наш президент. Мы благодарны нашему президенту. Благодаря нашему президенту мы хорошо зарабатываем. Януковича? Да. За что? За то, что он поднимает нашу страну, он поднимает экономику. Я работаю мастером в автошколе. В автошколе мастером? Да. Мы зарабатываем в Крыму очень хорошо. Очень хорошо. В Крыму зарабатывают хорошо. Вы выехали. Посмотрите, как выглядят, кто хорошо зарабатывает. А как ты выйдешь? Отлично одет, посмотри на меня. Я тоже приехал. И вы тоже хорошо зарабатываете. Так, у вас президент защиты Украины. Господи, боже мой. А посмотрите, мы на них с тылу посмотрим. Просто ракет. Ребята, не позорьтесь, бросайте эту херню, вас все равно вывезут отсюда. А вечером вам будет так обидно отсюда уезжать. Мы непобедимы, мы крымчане, мы едины, вместе мы непобедимы. Мы крымчане, мы едины, вместе мы непобедимы. Мы едины, вместе мы непобедимы. Зубы себе покажи. Нельзя жить там. Господи, горе-то какое, ребята! Горе-то какое! Мы едины вместе, мы не победимы! На вас еще жальче смотреть, чем на Донбасс. Вы хуже Донбасса. Ну вы не вы. Я Лукович, президент! Я народ революции! Ребята, девчата, вы хуже Донбасса, оказывается. Стоп, Майдан! Во всяком случае, не одеты лучше. Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Молодцы! Как видите, подставки под флаги умеют еще и кричать. Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Я снимаю Майдан! Стоп, Майдан! Когда сюда Майдан придет и разбегаться будет. Стоп, Майдан! Стоп, Майдан! Че прячемся, стоп, Майдан? Вот они, воины Аллаха, Януковича. Янукович их, а я Аллаха Мини. Янукович их Бог. Они молятся на свою нищету, на свои цепи. Они рады, что им заплатили 200 гривен. Вечером они уедут в свой Крым. Да, да, бедолага ж ты мой. Мы победим все равно, да, не дадим разорвать Украину. Ты победил, ни одного Украина, слова не осталось. Такое уникальное географическое положение. Да ни в одной стране такой нету, как в Украине. И мы ее не дадим вам разорвать. Не получится у вас, не получится. Вы, человек, защищаете богатейших людей мира. Вы богатые, вы богатые. Стоп, Майдан, стоп, Майдан, стоп, Майдан, стоп, Майдан, стоп, Майдан. Молодцы, ребята. Хороший тюкля ходишь? Да. А вы в лоптёк. А потому вас же Янукович разорил. Вы а я ему не подчиняюсь. Вы обыграешь, Иерусалим. Как не обыграл? Я в Крыму не бываю. Ребята, я в Крыму не бываю, чтобы вас обыграть. А зачем нам Европа? Чтобы ты разбогател хоть чуть-чуть. А у нас все есть. Что у тебя есть? Посмотри на себя. У нас есть все. Это в них нет нужды. Подожди, что у тебя есть? Фашизм не пройдет. Счастье. Счастье они нам дадут. Так какая разница, что? Перечисли, что у тебя есть. Это уже не важно. У меня ничего нету, кроме 200 гривен. Этой табличке. Да при чем тут 200 гривен? Причем а потому, что вы, нищие люди, защищаете Януковича и его золотой унитаз. Так вы его выбрали. Я его не выбирал. Вы, придурки, и выбрали. Вы же Крым и дали голосам. Молодцы. Вас строем не учили ходить? А мы не варим. За золотой унитаз Януковича. А? Вы зря так говорите. А как зря? Но я почему, правду вам говорю. Вы решили, что он на ваших костях так строит себе дачи, дома, сын в Швейцарии находится. А вас тянут таможенный союз, а чтобы вы половина были нищими вместе с этим Пукиным. Так делать.
А? Что? Кто Майдан организовал, не так делают? Нет, они за свободу борются, пойдите посмотрите на их лица. А вы ни за что не борете, вы за 200 гривен стоите под ставкой под флаги. Вот ваша цена. Вот, видите, ваша цена 200 гривен и умение держать вот эту подставку. Да мне слово дают сказать. Так, вы все звезды Ютуба, я вас поздравляю. Вас будет сейчас смотреть в России, они будут видеть электорат Януковича, прекрасный, обмороженный с Крыма, даже одеть не смогли. Вам сказали, что здесь мороз? Ну что, даже за свое достоинство биться не можете, уже давно отлупили меня, электорат.